об установке данного праздника был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2005 году. Но история этого дня уходит корнями в далекий 1755 год, в день основания Московского университета и в день памяти святой мученицы Татьяны, покровительницы всех российских студентов. В Петербурге в этот день ежегодно проводятся серии мероприятий, но старт празднику дает богослужение. Мне хотелось бы пожелать вам, дорогие братья и сестры, всегда быть живыми, радостными и молодыми. Свой профессиональный праздник отмечают студенты по всей России, в том числе и ребята из Якутии, обучающиеся в городе на Неве. В вузах Петербурга учатся свыше 2000 якутян. И, наверное, каждый из них сейчас мечтает, чтобы сессия оказалась уже позади. У меня мечта была с детства приехать сюда, в Питер именно. И вот я добился этой маленькой цели. Это была первая сессия в моей жизни, и я ее удачно закрыл. Я готовился, ночами не спал. Я думаю, что все вполне возможно. Надо, главное, везде успевать. Так получается, что успеваем ходить на собрание совета, сам хожу на тренировки по занятиям по легкой атлетике. Питер является идеальным местом для студенчества. Очень много возможностей. И я ни разу не жалею, что поступила именно сюда. Я здесь приобрела очень многих друзей, побывала в разных местах. И у меня очень большой круг общения и широкие кругозоры. Я в этом году заканчиваю обучение и возвращаюсь в Якутию любимую и буду работать во благо нашей республики. Но помимо учебной деятельности, студенты-якутяне занимаются творческими и общественными делами, участвуют в городских событиях и даже проводят свои мероприятия. А у нас есть ассоциация молодежи Республики Саха-Якутия Сайды. Также у нас есть творческие коллективы «Дуаран» и «Талбан». А «Дуаран» – это вокальный ансамбль. А «Талбан» – это танцевальный коллектив якутской молодежи. Я руководителем «Талбана» являюсь только с сентября, а так хожу на «Талбан» уже с первого курса, уже третий год получается. Мы каждый год принимаем участие на международном фестивале «Меридианы дружбы» и на мероприятиях, организованном Домом национальности. Именно силами таких активных и талантливых якутян о республике знают не только как о холодном крае и земле, богатой алмазами, но и как о самом крупном и колоритном регионе России. Сейчас в Талбан ходит 15 студентов, и мы в основном учим якутские народные танцы. Всем жителям и гостям, посетившим наше выступление, очень интересно, и после нашего выступления они подходят и фотографируются с нами, и это очень мило. И что бы там ни говорили, все-таки студенчество – это самая лучшая пора в жизни каждого человека. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург. Специально для нового дня.